И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и это гайд на то, как установить мод на Minecraft Pocket Edition версии 0.8.1, 0.9.5 и 0.10.0, ну, потому что программка как бы на всех них работает. В общем-то, погнали. Для начала нам нужен ванильный Minecraft, просто для того, чтобы я вам показал, что моды не установлены. Итак, что же, нажимаем, создаем новый мир, например, это будет креатив, нормальный, в общем-то, да, и создаем мир. В общем-то, вот, как мы появляемся, так, ну, как мы появляемся, у нас только овечка. Ну что же, не в этом тема, в общем-то, вот, запомните, книжные полки, здесь ничего нету. Как я установлю мод, здесь будет несколько яиц. Ну что же, в общем-то, запомнили, следуем дальше. На следующей стадии нам нужен Google Play, в общем-то, запускаем его. Это после запуска Google Play нажимаем на поиск. И пишем сюда, в общем-то, я уже писал, в общем-то, пишем блок, блок лаунчер. Он находит нам вот самый первый блок лаунчер, запускаем его, и устанавливаем. Принимаем. Так, он нам скачивает его. В общем-то, вот 90%. Все, установка. Он его установил. Нажимаем открыть. Нажимаем тут ОК. И нам запустился опять-таки самый настоящий Майнкрафт. Только теперь тут, если вы хорошо увидите, есть такой гаечный ключ, так сказать. В общем-то, нажимаем на него. И сейчас пойдем скачивать мод. В общем-то, да, в следующей стадии запускаем Google Chrome. Запускаем любой браузер. Ну, лично я пользуюсь Google Chrome. Набираем мод для Minecraft Pocket Edition и свою версию. В общем-то, заходим на любой сайт. И выбираем любой мод. Ну, лично сейчас, если я найду этот мод, опять-таки... Так. Вот он, да, этот мод. Мод Hounded Armor. Для Minecraft Pocket Edition, в общем-то, версии 0.8.0... 0.9.5, 0.10.0. В общем-то, вот, как видите, появляются яйца, там все дела. Нажимаем скачать. Начинается скачивание. В общем-то, он скачал его. Нажимаем сюда, вот это то, что загрузка, чтобы открыть архив. В общем-то, это открывается ESP-проводник. Если у вас его нет, то тоже скачайте. Но Google Play как бы есть. В общем-то, нажимаем Download. Вот это архив. И лично я его нажимаю на него, задерживая долго, как бы нажимаю еще. И нажимаю распаковать в общем-то, окей. Он нам распаковывает папку, и тут и есть наш мод. В стадии опять запускаем блок лаунчер. Итак, после того, как мы скачали мод, запустили блок лаунчер опять, нажимаем на этот гаечный ключ сверху. В общем-то, нажимаем мод PE Script. И нажимаем здесь включить, чтобы было добавить. Память телефона. Download. И, в общем-то, вот этот мод. В общем-то, все, мод включен у нас. Также некоторые моды еще требуют текстурки, так что нажимаем настройки BL, текстурпак тут включаем, и добавляем, в общем-то, нажимаем импорт и добавляем текстурпак. Но этот мод текстурпаков не требует. Так, что же. В общем-то, new. Это будет креативе. В общем-то, создать мир. Как мы видим, он нам опять создал мир, и, в общем-то, как я вам говорил, вот, книжная полка, яйца у нас есть. Ну, давайте проверим, работает ли этот мод. Поставим яйца на все, в общем-то, мои слоты инвентаря. Чё как-то тут багается. Ладно. В общем-то, вот яйца, спавним, и, как мы видим, реально появился зомби. В общем-то, еще один зомби, и еще. Они все горят. Ну, они, естественно, горят, потому что, в общем-то, день. Ну, в общем-то, мод обещал добавлять модов, мобов, он их добавил. В общем-то... черт, опять зомби кричит. Так, сейчас все сделаю. Ну, в общем-то, на этом все. Обзор вот был таков, жаль, я не могу сделать еще раз, так сказать, F5. Ну, в общем-то, с вами был Денис. И спасибо, что посмотрели этот гайд. В общем-то, всем удачи. Всем пока!